Всем привет, вы попали на мой канал, и сейчас я покажу, как сделать так, чтобы пришел монстр в игре Schoolboy. То есть я покажу, какую команду нужно навести, и как ее вести, и, что придет монстр, и, возможно, если мама его увидит, то мама его испугается и свалится в ванную. Я надеюсь, что это видео будет кому-то полезно, и всем приятного просмотра. Сейчас еще покажу, как сделать так, чтобы родители вас не трогали, и чтобы вы спокойно смогли посмотреть на этого монстра. Нажимаем вот сюда, и потом нажимаем на «Практика». И начинаем играть. Вот мы уже в нашей комнате. Теперь подходим к компьютеру и включаем его. Ждем, пока загрузится. Должно скоро загрузиться. Вот он загрузился. Теперь мы вводим пароль Андреев 2002 год. Вот мы зашли, теперь жмем на терминал и вводим код. Спавн. И сейчас вот я немножко неправильно написала. Нужно было код с большой, и там немножечко другая буква в слове спавн. Поэтому сейчас будет написано, что неправильная команда. И команда не найдена. Сейчас я введу код, который будет работать. И вот этот код, он уже правильный. И теперь мы должны услышать звуки, что кто-то идет. И вот сейчас мы должны призвать маму. Звоним звонок. И сейчас мама придет. И она выйдет на улицу, и там должен быть монстр. Не знаю, испугается она его или нет. Вот она вышла, и вот там уже ходит монстр. Вот, видите? Вот, и, наверное, она сейчас должна его испугаться. Не знаю. Посмотрим. Она все-таки не испугалась. Ладно. Я надеюсь, что это видео было кому-то полезно. И всем пока.